Привет! Сегодня я хочу показать, как можно связать вот такую закладку. Для книги или еще для чего-то, да, может быть, я не знаю, такой цветочек. Вот, я его связала тоже из пакета. Я думаю, по-моему, один пакет мне достаточно было, чтобы это связать. Вот, сегодня я хочу попробовать связать другого цвета, желтого. Вот, и посмотрим, что у меня получится. Значит, для начала мы делаем, я использую крючок, это номер 10, это 5,75 миллиметров. Вот. Для начала мы делаем скользящую петлю. Для этого я оборачиваю пряжу вокруг пальца, держу, снимаю петлю. Ввожу крючок в петлю, захватываю и протягиваю. Это моя первая петля. Теперь я делаю 3 воздушные петли, цепочку. Когда вот так пакет такой вот неровный, да, можно вот эти вот кончики острые спрятать внутрь. Один, два и три. 3 воздушные петли. Теперь замыкаем, делаем кружочек. То есть вот первую самую, которую мы делали, вот так вот, вводим крючок, захватываем петлю, рабочую нить и протягиваем через обе. Вот, получился у нас такой вот кружочек. Вот здесь вот. Дальше что мы делаем? Дальше делаем одну воздушную петлю и начинаем вот в эту вот, как раз в этот кружочек, делать столбики без накида. Вот этот кончик, обычно я его прямо как бы сверху вот этой вот кладу и увязываю. Вот. Но можно его просто потом убрать, спрятать. Да? То есть как делаем столбики с накидом, без накида? Вводим крючок, вытягиваем нитку. У нас получается 2 петли на крючке. Захватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли. Вот это столбик без накида. И таких столбиков нам нужно сделать 9 штук. Если считать вот эту подъемную петлю, то у нас получается 10 с ней будет, да? То есть вот это один столбик, нам нужно таких сделать 9. Два. Просто хочу хвостик вот этот, чтобы он там, ну его уже тут можно отрезать будет. 7. Сразу отрежу, чтобы не мешался.
9, да? Правильно? Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще одну надо сделать и соединяем. То есть мы соединяем вот в первую вот так вот цепочку, захватываем рабочую нитку и вот одну в другую протягиваем. Называется соединительная петля. Так, соединили. Дальше начинаем вязать лепестки. То есть вот это у нас серединка. Серединку мы связали. Получилась вот такая вот серединочка. Да, кружочек. Начинаем вязать цепочку из 5 воздушных петель. 1, цепочка, захватываем, провязываем на 2, 3, 4, 5. Вот 5 связали. Одну пропускаем, следующую. Смотри. Следующую. Так, вот это мы соединяли. Вот эту, значит, пропускаем. Через одну мы должны вот эту вот цепочку. И в эту мы соединяли. Эту, значит, петлю пропускаем. Следующую. Делаем соединительный столбик. Значит, то есть так вот. Захватили. Одну в другую протянули. Так, вот один лепесточек у нас получился уже. Дальше делаем опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Стараемся, чтобы они были красивые, да, все примерно одинаковые натяжения. Значит, одну пропускаем, вот петелька цепочки, вот в следующую. Захватываем нитку и теперь одну в другую протягиваем. Вот так. Вот. И так повторяем, да? Опять делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Одну пропускаем, следующую. Захватываем ниточку и одну в другую протягиваем. Присоединили, да? Так, поправляем лепесточки. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Одну пропускаем, следующую. Так вот. Протягиваем, вставляем, вытягиваем петлю, одну в другую протягиваем. Еще один раз нам осталось сделать, то есть еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас получается вот одна осталась, и вот в предыдущую, где мы начинали вязание, да, вот в эту вот мы стараемся протянуть крючок. Нужно сюда, лучше вот сюда, где мы соединяли, да, как раз. Вот так вот. Подхватываем нитку, то есть в самое основание первого лепестка. И одну
другую протягиваем. Вот. Вот, по идее, мы цветочек-то и связали. Вот такой цветочек у нас получился. Вот, поправим немножко. А дальше мы вяжем стебель, да? Ножку, как бы закладку саму. Вот. Вяжем такой длины, которая вас интересует. То есть вяжем вверх. Цепочку захватываем, протягиваем. Да? Самое главное, чтобы она была однородная, то есть петельки, чтобы были одинаковые примерно по величине. Вот. Не сильно свободно, не сильно туго. Вот так вот вяжем. Вяжем до той длины, которая вам необходима. То есть, если кто-то любит читать, он будет использовать более маленького размера книги, то, может быть, коротенькая вам нужна ножка. Если кто-то читает там или готовится к экзаменам и нужна там огромные книги, да, изучает, то, может быть, нужно подлиннее. Так, продолжаем вязать до той длины, которая вам необходима. Вот. Сейчас я свяжу, наверное, примерно такой же длины, как у меня уже есть. Точно такой же примерно. Я даже не знаю, сколько я петель вяжу, потому что это не важно. Это каждый может индивидуально решить, какой длины ему нужна закладка. Вот, примерю. Ну, так вот. У меня вот здесь вот получился цветочек немножко с красным, потому что на пакете была надпись красного цвета. Поэтому он такой красно-желтый у меня получился. Ну, вот мне еще немножко осталось. Так, я примерила. Сейчас я еще буквально несколько петель. Все, наверное, я еще сделала одну петлю, да, и что мы делаем дальше? Вот я сделала последнюю воздушную петлю, у меня крючок остается на вязании. Я беру ножницы и вот так вот прямо отстригаю, да? Так вот прямо близко к вязанию, ровненько так вот. Вот вытягиваю и вот так вот затягиваю. Теперь что я делаю? Вот это мне уже не нужна пряжа. То есть у меня, по идее, пряжа еще осталась, да? То есть у меня даже не весь пакетик ушел. Вот, можно вот так вот распушить в конце немножко, да? Это будет как кисточка. Можно вот как есть оставить, да? Или чуть-чуть подстричь, сделать покороче. Вот, то есть в конце такая вот кисточка получилась. Можно так оставить, даже я бы оставила. Где-то, если вот не нравится, там пакетик, когда вязали, немножко неровно сложился. Все подправляем. Поправляем сюда. Вот. Все наши петельки выправляем. Она такая устойчивая получается. Держит форму. Вот. И чем удобна эта закладка, то что она, как бы, ее можно даже помыть, да? Вот, она, если испачкалась, протереть, она как бы водостойкая, да? Вот, вот такая закладочка у меня получилась, вот. Так что вяжите, пробуйте, это очень легко и просто связать такой маленький цветочек даже для начинающих. Спасибо за внимание, пока!